В предыдущих уроках мы изучали историю молитвы. Мы изучали теорию тоже молитвы. Сейчас мы изучим структуру молитвы, как она построена. Если мы откроем Сидур, то мы увидим, что, допустим, молитва Шахарит, утренняя молитва, она длинная. Она состоит примерно из 66 отрывков, которые читают. Хотелось бы узнать, какая структура этой молитвы, почему именно у них есть такая последовательность тоже. Мы сейчас узнаем. Давайте начнем структуру молитвы. Рабшим Шанпинкус был такой раввин, Он объясняет структуру как четырехступенчатая пирамида, которая она начинается самым простым и заканчивается на ее вершине находится молитва Шмонайсары. Это молитва 18 благословения. Она находится на вершине, на пике. И мы постепенно Каждую ступеньку мы переходим в другую, пока мы не доходим до той вершины, до пика. Можно сказать катарсис. Оно так построено, он говорит. Первая ступенька, первая ступень – это благословение. Есть примерно 20 благословений, которым мы благодарим Бога за то, что мы проснулись утром. Многие вообще не просыпаются, да, они спят. Тоже мы благодарим Бога за то, что мы видим, за то, что мы слышим. И за многое другое, которое у нас есть, это благословение. И тем самым мы познаем, что есть хозяин в этом мире, который всем управляет. Вот это первый этап. Вторая ступенька это называется Псукэди Зимра. На русском переводится тексты восхваления. В этих текстах, отрывках, мы прославляем Бога. И говорим, какой он могущественный, что он тоже управляет всеми ангелами и так далее. И в этой части молитвы мы говорим после, что мы узнали, что Бог Он хозяин всего, мы сейчас восхваляем, как это хорошо быть духовным и как это хорошо тоже служить Богу. Это вторая ступень. Третья ступень она называется. Криачма, чтение Шма, она состоит из четырех частей. Главная часть этой молитвы – это как раз и есть чтение Шма, что мы накладываем руку на глаза и мы говорим «Услышь, Израиль, Бог, Он наш, Бог единственный». Это самое главное в этой ступеньке часть. И мы этим понимаем, что Бог Он находится везде, Бог Он един, он наш Бог, и он такой могущественный, что даже, что он такой духовный, он может с нами контактировать, даже, что мы материальные. Это его и есть могущество. То многие, там Энштейн, много ученых, они говорят, да, может быть, есть Бог, но он такой духовный. Почему он будет обращать внимание на нас на такую мелочь? И это мы говорим Шмайсрель. да. Бог он такой великий, и духовный, и все равно он нами интересуется и знает о наших поступках. Это и есть Шма Исраиль. И это и есть третья ступенька перед вершиной пирамиды. Вершина пирамиды – это молитва 18 благословения, молитва Амида, которая молится стоя. Мы молимся стоя подобие ангелов, тоже присоединяем ноги друг к друг другу, чтобы выглядело как одна нога. Закрываем глаза и представляем, как будто бы мы стоим перед Богом, и мы просим то, что мы хотим. И это и есть, это есть пик молитвы, что мы соединяемся с Богом, мысленно соединяемся с Ним. И чтобы дойти до этого пика, невозможно просто упасть в эту ступеньку. Нужно пройти все предыдущие три этапа. Только тогда можно поистине, по-настоящему соединиться с Богом. И После, что мы дошли этой вершины, 18 благословения, мы постепенно возвращаемся в этот мир. Мы читаем еще примерно 6 отрывков, которые тоже восхваление Богу, и так постепенно спускаемся с того высокого уровня, который мы достигли. И в конечном, и то, что в конце мы читаем, это Олену Лешабеах. Что это за благословение? Это в принципе, что мы говорим что мы гордимся этим, что мы служим Богу, даже что весь мир, он материальный, они занимаются материальностью, но все равно мы горды тем, что мы служим Богу, что мы хотим быть духовными. И в принципе эта молитва последняя, она нас защищает от влияния мира на нас. И выходит, что вся молитва, она состоит из примерно 66 отрывков. Но цель молитвы, она довести человека до самого высокого соединения с Богом. И это мы достигаем во время молитвы Амиды 18 благословения. Давайте в следующей молитве, шахарит, утренней молитвы, мы воспользуемся всей этой информацией, которую мы сейчас изучили, и поймем, что через молитву мы соединяемся с Богом и становимся более духовными.